привет, мои любимые дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал Саша Панжар. Мы находимся сейчас в городе Нагпур. Я уже готова для фаер-шоу перформансов. Ой, ребеночек зовет маму. Мы приехали рано утром сюда, уже успели отдохнуть. И вот сейчас 10:30 вечера мы едем на ивент. Это Дженнифер, моя подружка. Всем привет. Всем привет. 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 Из Бразилии, да? Yes, Бразилии. Да. Из Бразилии. Мы уже работали как-то вместе еще до того, как я улетала в Норвегию. Да. Вот, Дженнифер сегодня... Ой, сори. Дженнифер сегодня делает хостес, а я фаер. Вот, так что мы готовы работать, и рано утром после шоу мы сразу едем в аэропорт, у нас самолет в Дели, и в 9 утра примерно мы уже будем в Дели. Еще, друзья, когда мы летели сюда, мы попали в очень сильную турбулентность, это было безумно страшно. Очень сильно трясло самолет, прям мы все проснулись, и мы как будто в один момент мы начали падать вниз, лететь вниз. Это было очень-очень страшно. Я еще такая полусонная, но всю ночь мы не спали, естественно, в самолете заснула, и я так еле открываю глаза, смотрю в окно, не пойму, мы приземлились или мы где-то летим, все какое-то мутное. В общем, я очень испугалась. Слава богу, мы долетели. Слава богу, все хорошо. Вот, покушали. В этом отеле, кстати, очень плохой сервис в плане еды. Они абсолютно не слышат наши просьбы о том, что, пожалуйста, не острую еду. Они вот как будто на зло кладут все равно 2-3 чили в еду. И вся еда была немного острая. Но мы все равно наелись такое сладенького, там типа брауни, хоть это мы покушали с чаем. В принципе, мы не голодные, уже кушать не будем, уже 10:30 у нас. Вот, так что мы готовы. Сейчас... ехать. Вот мой чемодан, пропсы, все готово. Мы приехали на Авеню. Здесь такие красивые цветочки. А, блин, они не живые. This is not real. Not real. It's fake. А эти живые. Эти не живые. And this is no. This is real. This is real, yes. This is also real. Я сегодня надела свой браслет для перформанса. Такой. Блестящий, он очень на самом деле блестит. Вот. Чемоданы наши, мой самый большой. Так что мы ждем. Короче, ребята, нам дали грязную комнату, в которой уже кто-то жил до нас. И поэтому мы устроили скандал. И идем сразу к сцене. Там нам должны выделить гримерку, где мы будем переодеваться, выступать один за одним. Ой, музыка так орёт. Сейчас посмотрим, что там. Супер забрать. Блин, еще хуже. Что за приколы, а? Как вы тут? О боже, кто-то еще спит. Да. Но зато бегать не надо далеко к сцене. О, ну, это лучше. Вау, ребята! Многих русских девочек переплюнуть. Я вообще не танцую красиво, мне не нравится. Не, он слишком дергается, да. Ну, он дерганый. Да, да. Я вообще, для меня это тошнотворно, смотреть надо. Надо...
блядь. Я видела, когда он танцевал в Каласе, он там работает ногой, а он там красиво танцевал. А это он был? Да, это он. Сейчас это хуйня полная. Вот это я пьяная была. Выпей. Белли никогда не занималась, но в этот раз слишком дерганым какой-то был, как бы такое специфическое, если честно. Вот, а мне сейчас второй раз выходить. А вот настоящая сидит девочка, танцовщица, настоящая девочка, настоящая индианка, вот. В таком наряде красивом, она уже отвыступала. Мне столько керосина сегодня привезли, как будто я буду делать 50 перформансов. Сейчас я буду с торчами работать. Я в своем образе с блестящими ушами. Какой юбки сегодня. Ой, блин! Вот такой сегодня у меня костюм. Так что экспериментирую как могу. Скоро собираюсь поехать на рынок. Мне нужно обновить мои костюмы. У нас тут целая компания девочек собралась. Всем, кому надо поехать на рынок за камнями, за тканью. Бани, бани, бани. Адя! Ой, класс, обожаю эту песню. Короче, мы поедем скоро обновлять наши костюмы. Может быть, я что-то найду новое для Фаера, либо пошлю что-то новое для Белли. Самое главное, мне надо для Белли обновить костюмы. Thank you.
закончила, мне надо, чтобы мои пропсы прогорели. Смотрите, как красиво. Потому что я их уже опустила в торпин, и если они не прогорят, то пропсы очень быстро испортятся. В общем, блин, камера не передает. Может, руке горячо. Все, я думаю, уже можно. Так, один подход. А, блин! Мы закончили финиш! Ура! Сейчас едем в аэропорт. Макияж и летим в Дели. Я надеюсь, будет нормально, без турбулентности. Вот, спасибо большое всем за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю, обнимаю. До скорых встреч!